Я очень много рисовала в детстве. Я очень любила этот процесс. И у меня постоянно были карандаши, бумага рядышком со мной. Я очень много времени проводила за этим процессом. И рисовала много и совершенно разные темы. Но особенно я очень любила рисовать лошадей. У меня была мечта, что у меня будет лошадь в детстве. Соответственно, постоянно героем моих рисунков была лошадь, либо какие-то табуны, которые жили в горах, в гнездах. То есть мне очень хотелось этого, я это рисовала. А потом я рисовала пейзажи, то есть очень много природы, горы, леса мне нравилось. Ну, а дальше я перешла на мышиные домики. Я постоянно рисовала маленькие стульчики, столики, маленький спортзал. И там жили мыши, я тоже их изображала. Вот. Ну, мои родители это видели, и, соответственно, они хотели, чтобы я дальше развивала эту способность. И когда я уже начала учиться в школе, они меня отдали на курс рисования. Ну, что-то произошло, не знаю на самом деле, почему так случилось, но я оставила школу и жалею на самом деле сейчас, что так прошел такой период у меня и рисование. Но зато у меня там была первая выставка. Я нарисовала барана, мы его заштриховали, то есть это был, наверное, такой какой-то фольклорный рисунок. Преподавателю очень понравилось, она сказала, что мы повесим на школьные коридоры, там будет выставка. Ну, соответственно, это было мое первое участие в выставке. Но дальше я всегда чувствовала, что мне очень хочется реализовывать себя творчески, визуально мне хотелось себя реализовывать. И уже в университете я шла по коридору и увидела объявление на курс рисования. Я решила туда записаться, я позвонила подруге, сказала, что вот, есть возможность, она тоже этим любила заниматься. Ну, соответственно, мы пошли, купили краски, карандаши, подготовились. А там мы тоже недолго занимались, наш преподаватель занялся профсоюзной деятельностью, КВНом. Мы закончили на вырезании геометрических фигур, на закрашивание света, ну и, в общем-то, подбором. Вот, ну и на этом закончилось мое рисование. Ну, дальше я уже поняла, что я могу себя найти в фотографии, то есть это близкие сферы, и там уже я пошла в школу фотографии, начала этим плотно заниматься, и очень много времени тратила на это дело, и, соответственно, сейчас я фотограф, я работаю профессионально, но я всегда вижу и чувствую, что рисование, оно близко к фотографии, и я с удовольствием занимаюсь дальше, потому что знаю, что это принесет что-то новое в моей работе и, соответственно, дополнит меня.